А вот земли Николаевской сопки в Красноярске изымают под строительство объектов универсиады. Такой приказ издало Краевое министерство строительства и ЖКХ края. Согласно документу, опубликованному на краевом портале, изъятию для государственных нужд подлежит 8 объектов недвижимости, которые сейчас находятся в частной собственности. В список вошли 2 крупных земельных участка общей площадью более 33,5 тысяч квадратных метров. Земли изымают для строительства Академии зимних видов спорта, а именно административно-тренерского блока и комплекса горнолыжных трасс.